С вами канал ProMint, в этом видео я покажу быстрое прохождение карты Tropical Park. В моем телеграм-канале вы сможете найти ссылки на прохождение других карт, подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новых видео. Прогружаемся на карту и берем задание у старца. Подходим к коду, ответ 1, 3, 4, 3, 2. Бежим выполнять паркур, взяв задание. Финиша спрыгиваем вот сюда направо, как показано на видео. Подбираем табличку и бежим выполнять следующее задание. Берем задание с Риком. И обязательно спускаемся сюда в подземелье. И забираем табличку. Собираем третью табличку наверху и спрыгиваем вот сюда направо. Выполняем секретное задание. Осталось собрать немного кристаллов и также подойти к последней табличке. Все квесты на карте выполнены. Спасибо за просмотр. Удачи!